Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру пила. Так, мы остановились с вами вот здесь, вот где-то мы там проходили, пробирались. Так, давайте смотреть, что тут. Ой, что-то трещит в моих ушах. Да, вот именно. Трещит в моих ушах. Ну да, что? Нам хоть идти-то, блин, я не знаю. А даже вот хрек его знает. В морозильник. А нет, в морозильник мы зашли, что это такое? Крутить уши. Может, сюда? А мы оттуда не пришли. Да, мы немножко так сейчас. Нет, тут заперто. Мы немножко так сейчас подвспомним. А, вот здесь. Давай, вот сюда заходи. Вот, правильно. И может быть сюда. Так. А, мы там ключ. Мы там были. Морозильник там, правильно? Почему? Нет? Нет, там и морозильник. А что там? Холодильник. Да вот что-то не похоже. Свиней мы здесь кидали. А, да, кидали. Да, правда, так что? Начни здесь, обратно пойдем. И не берется. Ну ничего. И не бери. Так, тогда зачем нам сюда надо было зайти? Мы ключ здесь брали, свиней кидали. Хорошо. Мы же взяли ключ, открыли. Да, 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 все, идем тогда. Тогда пройдем, посмотрим. Пошли. А, получи садомаза. Ну, так можно во врагов, если что. Да, если стрелять, попадет, наверное, кирпичами. В свинью лучше кабана взять, да, их носить на себе. Так, куда тогда мы куда пойдем? Вот только сюда, ой, наверное. Ой, растяжки нет, мы сейчас подохнем. Пошли сюда. Давайте. Фризер, на, вон там фризер написано. Где фризер? Пойдем в фон. Ой, что? Ничего. Что, заперто фризер, но я что-то не понял, опять свиней, что ли, нам делать? Нет, свиньи не делаются. А почему заперто? Куда? Мы же тогда дошли до контрольной точки. Забыл? Ну, я не забыл, но... О, вот здесь вот что-то, да? Смотри. Давай, сходим сюда. Смотри, здесь растяжки. Может, мы уже их тогда убрали? Вот она вот здесь вот была, видишь? Ее сейчас нету. Куда так, нам? Так, да, короче, будем сейчас тупить, смотреть, вспоминать, что же там было у нас. Нет, просто непонятно, что у нас там открылось. Что открылось, что закрылось? Ну-ка, фонарян. Да-да-да. Фонарян. Вот здесь. Что ж здесь? Что ж здесь? О, гвоздь есть? Есть. Так, это сюда. Это вот, наверное, сюда. Сюда, сюда. Гвоздика. Оп, все. Были гвоздики? Гвоздиков не было. А, всё, мы здесь тоже были. А может и не были, фиг его знает. Или все так похожее вообще? Да, очень похоже. Ну, по-моему, мы здесь были, когда у нас упырь кидался, помнишь? Ага, самый первый раз забежали, да? Угу. Пойдем вот вниз тогда. О, вон точно. Эксит, вон там и концовочка сейчас будет. Мы взяли какую-то лампочку, да, наверное, и нам ее надо куда-то... А, да, там вкрутить где-нибудь, опа. Да, пошли тогда не сюда, вот сюда и пойдем. Там закрыто. Так, охрана, кафетерия, да? Вот, значит, сюда. Мы лампочку взяли, пойдем вкручивать ее, помнишь туда? Фир... Сюда. Мне нужен ключ. Давай, ух ты, ни хрена, давай ему в сало бей в спину. Оп, молодец, давай. Чпок, 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 чпок. Да сдохнешь ты, наконец-то уже, молодец. Шприц, шприц есть? Спи. Взяла что-нибудь у него? Ну, только не бери ничего. Труба взять, нет. Труба нам не нужна. Ты у него что-нибудь взяла? У него походу ничего и не было. Не было? А, нет, есть, есть, да. Хорошо, ничего не было, понимаешь? Ну здесь тупик. Эти растяжки нам нахрен не нужны. Стяжки, растяжки, скальпеля. Так, тогда пойдем далее. Раз тут появился этот мудозвончик, значит, значит куда-то сюда. О, мудозвончиком, мудозвончик. Да идите вы со своими растяжк. Пойдем туда здесь лампочку вкручивать, помнишь? И здесь мы были, помнишь? Наверное, да, были. Ох! Что-то открылось. Вот эта дверь открылась, смотри, она была закрыта. Что-то у нас телевизор показывает. О, код 038, мы его набирали. Давайте контрольную точку из... И помолчите. Чуть такое тыкает там. Где-то что-то под напряжением. Да, напряг. Кто-то напрягся и выпустил напряжение. Расслабился. Вот блин, они сделали-то, блин, коридор запутанный. Блин, ты вообще Петрович. Ничего тут нельзя.
Шприц нет места. У нас есть шприцы. Пойдем сюда только. Где Токовский? Так, здесь телевизор. Мы здесь тоже, наверное, были. Пойдем. Вот сюда нам, что ли? Или на второй этаж нам, по-моему. Да что за фигня? Шлепаем, шлепаем. Вот картина. Значит, вот сюда, да. Теперь во вторую дверь пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то ходит. Коп? Убивай его быстро! Ух ты! Убивай его! Блин! Давай, бей! Уверен, что убивать надо? Бей, похрен! Уходи! А он сам сдохнет. Здорово! Крыска. Так, я говорю, если люди появились, то скорее всего. Значит, в какую дверь мы заходили? Значит, пойдем наверх. Наверх пойдем. Вот сюда. Наверх, сюда, да? У нас есть лампочка. Мы ее сейчас крутим, и откроется еще какая-то дверь. Куда нам идти-то? Где эта долбанная лампочка? Так, готовься. 4. Ой, успел. И то медленно. Да нет, пойдем. Ну ладно. Видишь, я уже знаю, где примерно что будет. Я уже сделаю. Готовься. Может, нахрен этот конструктор? Может, там лампочка быть. Не будет там лампочки, там фуфло какое-нибудь. У нас уже одна лампочка есть. Или нет? Есть, да, лампочка? Ой, ну ладно, открывай, не слушай ты меня. Не надо, не надо, не надо. Так, большую, наверное, не надо. Может, большую брать. Хлоп, лю-ли-лю. Оп, оп. Хлоп. Потом оп. Потом уп-оп. Чпок. Большую, наверное, здесь не надо. Что это такое вышло? Да, так, 3, да, по-моему? 3, да, убрать 3. Чпок. Хлоп-оп-оп. Нет. Вот сюда козявку. И сюда не козявку. Большую, видимо, не надо. Как не надо? Я не знаю, попробуй. Может, как-нибудь надо. Нам же надо от той отталкиваться. Да-да-да. Там не надо. Вот здесь надо какую-то комбинацию выставить. 3. Тра-ля-ля-ля. Хлоп. Хорошо, а как мне... У меня отсюда только... Ну... Большую там убери, нахрен она нужна. Отсюда только может маленькая идти, по-любому. Ну и ставь. Вот, только маленькая. Ну давай, что-нибудь. Эту большую можешь убрать, нахрен. Вот это тоже убрать? Ну попробуй убери. Фиг его знает. Вот здесь попробую, может, большую поставить. Большая докатится. Вот, ставь большую, попробуй. И здесь большую снизу. Ставь. О? Ну и чё? Лампочка? Ну, собрали, да. Ни хрена, там у нас нет места в инвентаре. Мы ничего не взяли. Что, опять что ли? Пробежали, заблокировано с другой стороны. Пойдем, короче, вставлять лампочку. Где этот второй этаж, долбыш? Наверное, я так думаю. Опа. Что-то не... Хлопа. Коммутатор. Да ёбоп. Или боб ёб. Как там? Так, мы здесь были. Кто останется в живых? Типа такого. Ой. Да что? То ж ты на стекло-то наступаешь. А кто управляет человеком? Гвоздь засунули в ухо, если что. Оттуда возьмем. У нас переместить там... баррикаду, давай. Нычка. Перемещай баррикаду. Так, пойдем. Ой, ага. Следы. Кто-то пробежал. Кто-то был. Прямо пойдем, что ли, или что? Так, а мы, подожди. Там она была заблокирована. Мы, получается, обратно куда-то вышли, что ли? Пошли сюда. И куда мы вышли? Куда мы вышли? Объясните, пожалуйста. Так, здесь мы тоже... А, вот коммуникатор. Коммуникатор. О, здравствуй, товарищ. Давненько не виделись, да. Друг. Хорошо, что не на время вообще. Это просто радует. Замечательно просто. На и замечательно. И. О, так вот, да. Хлоп, хлоп-лоп-лоп. Чпок. А куда мы коммуникатор вставили? Где он? Сейчас мы пройдем все.
Как-нибудь. Так, это идет сюда. Это у нас, наверное, сюда должно быть. Это должно быть вот сюда. Ой, сюда. О, это вот сюда. А это куда? А это поверни. А это вообще не в тему. В нижнюю поверни. Вот эту, да, еще раз. Кнопочку жми. Гриб. Красный, давай. Есть. Пойдем. Ой-ой-ой, кто-то сейчас идет. Да? С большим крюком и морковкой. Твоей ловушки, но не оставил меня в покое. Мы это видели, что? Снова и снова следил за мной, следил за моим домом. Это тот, которого мы спасали из печки, что ли? Хрен его знает. Че, он опять залез в ловушку? Троллей. Он мучил меня вопросами. Я хотел убежать от него, убежать от всего этого. Он опять это побежал в ловушку, короче. Ему... Вот и сиди там, бабуин. Ему делать нечем, пойдем. Заняться в жизни нечем, вот он. Ой, что-то закрылось, что-то открылось, что-то творит. Контрольная точка. Как здесь отлично. Первая контрольная точка за чирик да, минут. Да, блин, мы столько раз уже могли... Пойдем туда, не сюда. Проиграть. Растяжка моя! Какой номер? Сторож. Нет. Сторож здесь обитает. Сторож опять коммуникатор. Да что... Гвоздь, коммуникатор. Так, музыка началась. Это нехорошо. Это есть нехорошо. О! Нет, это ток не надо. Ток не надо. Пойдем к коммуникатору. Пойдем под коммуникатор оденемся. Вот туда обратно. Пойдем, пойдем. Стоп, стоп, стоп! Ловушечка. Хорошо, когда четыре глаза есть. Хорошо, действительно, хорошо. Стоп. Начинается ставить. Вот я уже, видишь, начинаю забывать уже об этом. У меня проходит какое-то время, я теряю бдительность. Стоп. А, здесь установить. Пойдем. Что нам нужно коммуникатор найти. Пойдем сюда, зайдем. Музыка мне совсем не нравится. Значит, не туда пойдем. Она не предвещает там ничего закрыто хорошего. Вообще, что тут? Так, мэн. Что там написано? Люди обсессион калитюра рутин. Что-то кто-то может бегать. Ну и бегайте. Люди могут бегать. Да, вот, второй этаж, отлично. Вот сейчас бегать. Там мы должны что ли кот найти. Кота найти, короче. Так, флюр. Контрольная точка, отлично. Лампочку ищем. Пошли лампочку. Где наша лампочка? А как нам код найти? Не понял, мы здесь не были, что ли? Да, мы здесь не были. Настольная лампа. Не надо нам никаких настольных ламп. Пойдем туда ищи. Матрасы здесь. Матросы. Это что? Это кому? О, вот он, товарищ. А, это аптечка, ё-моё. Мы коммуникатор взяли. Вот куда идти. Ну чё, зажимай. Давай ты пройдешь. Я не помню, как там зажимать. Зажимаешь, что? Да, кнопку. Какую? И просто ее двигаешь вперед. Какую? Мышку. Вот эту. Ну, сейчас ты поймешь. Иди, боцман. У тебя это все-таки лучше получается. Че ты так падаешь, ты тормоз? Ай, мне рука уже не хватает идти. О, молодец. Лариска побежала. Помогает, сколько... видите, когда хорошо. О, тихо, руку приготовь. Бей его, бей, давай, давай, бей. Давай, рука самая... Что за такое, а? Пшел, знаешь, куда? Все, до свидания. Все, сейчас ты... Пойдем, там чувак сидит, вон там, видишь? Да, вижу. Бей сейчас, его. Подожди, трупа обыщу. Блин, опять нет места в инвентаре. Сейчас нас прихлопнет. Смотрим на смерть. Прощайся жизни, башкой вернее. Все. 3, 2, 1. До свидания. О. Аж пар пошел. Да, бей его, бей. А он умер. Шприц взяла. Да, какой-то шприц взяла. Ты мертвый. Может, мы не тот шприц взяли? Какой-то он коричневый был, серый. Что здесь? Не, фотоаппарат не надо. Да, точно. Так, оттуда мы пришли, туда я больше не хочу. Аптечка не надо.
Идем. Хорошо, да! Так, мы вот здесь еще не были, да? По-любому не были. Вниз. Флор. А может были, фиг его знает. Мы же перешли эту дубинку, правильно? Значит, мы не должны были здесь быть. Да. Че, открывается что? О! Здорово, ты чё тут Пеленский. Сидишь? Чё, смотришь? Подглядываешь втихаря, гад. Так, а там что? А там кто? Может, туда сначала пройти? Сходи. А там Тупикович. Только туда. Блин, сколько шприцов. Дай-ка. Да, столько шприцов. Подожди, может, сейчас возьмешь? Возьми, может, возьмет. Взял, отлично. Пойдем. Четыре. Значит, сюда пойдем. Ну, блин, как здесь Петрович сейчас начнется? Утилите. Утилите. Кабдец Наром называется. Блин, только туда что-то. Ой-ой-ой. Только бы никто ток не включил. Не включайте водичку. Лопата. Не надо нам лопату. Это что? Отверстие заглянуть. 204 код. Валим отсюда, все. Я знаю, ты смотришь. Иди, короче, код пойдем. 204 код, хорошо. Спасибо. Как-то... Что-то не то? Или то? Значит, нам наверх, да? Там, где код 204, да, правильно? Да. Что-то там пшикает, пшикает. Да, что-то... Пукает. Пойдем, где наш код? Чё? Так, наверное, туда? Да ё-моё, можно было через верх пройти, опять мне тут шастать. Давай, бабуинский. Хмырь, иди. Ух. О-о-о. А, ну что ты так как этот ходишь? Там немножко сбоку, да? Видел? Давай, да? Пойдем открывать код, да? Не здесь, наверное. Так, не здесь, значит, где можно нам пройти? А, вот он, вот он, здесь, вот он, да? Вот он, 204, да? 204. Два. А, нет. Ну, что там у нас ждет? Найдите палату 204 в женском крыле, войдите в морозильник. Войдем в морозильник, найдем палату. Нет женщин. Нельзя что ходить. Здесь такое щелкает, не понимаю. Не знаю. Можем долбануться осторожно. Ну, давай туда. Труба, иди ты со своей трубой. Нам скоро труба будет. No man, нельзя ходить мужчинам. Контрольная точка. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Потихонечку. Пойдем ведь. Ай! Что там? Один. Один, хорошо, я не знаю. Один. Ну все, все. Один. Смотри. Давай. Не зли меня. Кто кого там будет? Убей дырку. О, значит туда. Пожалуйста, мне контрольную точку. Нет, стой. Она уже была. Пойдем туда, все. Потихонечку. Лучше обыскать аммиак. Аммиака-то. Ой. Блин, это по стеклам. Как здесь столько ботинок здесь можно было? Ну давай, пойдем мух. Стесняйся. Стоп, стоп, потихонечку. Можно еще пройти, нет? Локоть зацепит. Тихо. Ох. Подожди, подожди, не спеши. Подожди-ка. Погнали. Дохнуть. Не дохнем. 204, отлично. Все правильно идет. 204 там. Значит, мы хорошо, что мы туда по этим по доскам не пошли, правильно? Нахрен мне. Mm-hmm. Ну где 204? Приготовь руку. Так, day room. Daily room. Выходная комната, что это такое? А, day. Дневная. А ночная есть? Или полуночная. Что мы тут идем? Что мы тут хотим делать? Блин, смотри, колешься, колешься. Боже, да, сколько здесь стекол светит. Хорошо. Видишь, да? Да блин, значит не надо здесь шарить. Шестерни взяли. Матрас возьми. Нам, значит, здесь нужно было шестерни взять, да, я так поняла. Ой, там скальпель. Иди скальпель ты со своим скальпелем. Не нужен нам скальпель. Мы хирурги. Блин, что да сколько такое? Здесь фуфло. Так, сюда. Так, где мы еще не были? Вот здесь. Вот здесь? Опять вниз. Блин. Вот у трупа реально можно башмаки забрать. Что за фигня-то? Да, я тоже не понимаю. Тупость такая вообще.
Куда? Есть шприцовский взяла. Шприцовский! Вот 204, побежала, валим. 204. Все, ну готовься, Кобзяс Петрович. Я так и знал, что эта штука будет. Блин. А... Подожди, а что это такое? Да и нахрен. Газовая комната. Да не надо, уходи тогда отсюда. Мне нужна она, но это газовая комната. Нам 204 нужна была. Наверное, нам надо было подойти и взять что-нибудь вон с той коробочки. Фух, как я эти штуки тоже не люблю вообще жить. Может, не надо, подожди. 203. Иди вон в ту комнату. Вот в эту? А вон там, да, что здесь? Зажигалка. Вот сюда вот иди. Может, не надо нам там ничего открывать? А, чувачок, о, крыска ест. Ну, дай, не мешай крыске покушать, пускай она там поест. Давай. Печенку. Может быть, и не надо там ничего открывать, это по усмотрению. Значок Sims, видишь, на кровати. Да, хорошо, кто-то разорвал хорошенечко. Ну ладно, пойдем прямо. Может быть, и не надо туда идти, может быть, это хорошо. Вот видишь, мы идем и идем. А не идем или не идем? Ну, хоть бы мы куда-то ушли, да. Блин, походу мы кругаля дали. Бинтами замотался. О! Хорошо. Пойдем. И давай перемещай. Перемещай, перемещай, говорю. Перемещай, перемещай. Блин, там какая-то... Кто-то идет? Ох. Кто-то ходит. Давай, открывай. Тихо, что там? Может быть, нам и не надо там ни хрена открывать. Пойдем. Ой, это мы где? Это мы хрен знает где. Тихо-тихо, растяжечки могут быть. Вот такие вот здесь. Ну, вот. Мы здесь уже были. Да? Блин, значит обратно иди. Да, обратно иди. Походу только туда надо, 204-ю. Да? То есть мы оббежали это все по кругу, везде здесь. Пробежали, но надо нам все-таки идти туда будет. Да ё-моё, не хочу. Ну, значит, будем продувать, что ж делать-то будем. Не знаю, может и получится пройти эти трубы, кто знает. Возьми тут ящичек, Кобзяс Петрович. А зачем нам это? Зачем? Что здесь, газ? Нахрен? Блин. Ну ладно, Петросяныч, все. Давай, бери коробочку. Что там за коробочка? Лампочка, блин, вот куда лампочка. Заткнись, не акай. Давай. Ну здесь не так много, смотри, можно. Подожди, как она? Вот так вот, правильно. Вот. Если что, шприц принял. Они здесь полегче сделали. Подожди, какая может разумно? Вот это попробуй. Блин, да блин, да что такое? Осторожно. Видите, я ненавижу это управление, если честно. Тихо, не спеши, не спеши. То, что стояло, надо наставить. И что? Вот это, да. Тихо, тихо, не спеши. Шприц медленно истрачивается, так что мы успеем. Попробуй эту, давай. Тихонечко, давай, давай. Оп. Не подходит. Вот этот должен пойти. Теперь вот эту посередине. Все, мы выиграли. Давай, давай. Отлично. Уходим. Не такая сложность. Спасибо, товарищ разработчик. Конечно, ты меня не услышишь, да, никогда, потому что ты русский не понимаешь. И что мы сделали? Так, мы взяли лампочку. И вышли из комнаты. Давай, давай, давай. У нихера себе удар. Давай. Ох ты, скальпелёк. Я его прям куда-то... Что такое? Ты рядом с ним стояла. Кобзец. У него... Помнишь, писали, остерегайтесь. У которых на кулаках, по-моему, вот эти штуки, они взрываются. Я не успел шприц. А, все, верните в диспетчерскую с двумя лампочками. Все нормально. Пойдем. Нам ничего не надо. Так что мне его убегать от него? Не надо. Было задание. Вернитесь в диспетчерскую. Мне от него убегать, да? Не знаю, хочешь ударь, убегай, сейчас я шприц возьму. А вон он. Иди, иди. Че ты? Убей его и уходи нахрен. Или убегай тогда, похрен. Убегай. Попробуем убежать. Убежали тогда. Шел вон. В диспетчерской где? Шел вон. Отпущу выключатель. Если умру, мы оба умрем. Да, это точно. Давай, беги, беги. Растяжка где здесь была? Тихо. Обернись и установи. Есть, молодец, все. Шел вон, хмы. Что это такое было? Мы живы, мы живы, мы живы. А, шприц. Отлично, мы живы. Что это такое было?
А, этот гад взорвался все равно, паскуда. Да, этот уродец взорвался, надо было как-то вообще бежать от него. Подожди, обыщи его, можем у него есть что-нибудь? Шприц возьми. Отлично, шприц взяли, хорошо, все, не сдох. Да, ну два истратили. Так, да и пофигу, еще. Сторож, куда нам идти, ты не помнишь? В диспетчерскую. А где она? Хрен его знает, ищи. Так, ладно. Там, где две лампочки поставлять надо, помнишь? Вот, посмотри, вот здесь посмотри. Театр, кафетерия, мать. Театр, наверное. Пошли в театр. Телевизор мигает. Крыска сидит. Отлично, все правильно, идем. Идем, идем, идем. Что-то там. Значит, правильно идем, правильно идешь. Правильно. Вот, сюда. И теперь куда-то наверх надо идти. Куда точно, я не помню. Две лампочки ставим. Так, а, по лестнице, по лестнице. Где-то. Вот там театр написано, наверное. Блин, давай, иди, иди вперед, вперед. Да здесь так и так нарвемся на осколки. Ой, может, не будем это читать? Нам нужно на лестницу, на второй этаж. Возможно, что вот сюда. Да? Ну, возможно. Я... Блин, может быть, и сюда. Ну, иди. Ого. Значит, сюда, правильно. Контрольная точка. Иди. Значит, да, все правильно, идем. Театр. Мы идем в театр. Сторож. Так, что тут за хренотня? Что тут за хренотня? Да где эти две лампочки вставлять? А? Что-то легкое. Так. Ой, сундук. Так, вот иди где-то ты со своим сундуком. Вот, наверное, вот где-то здесь, да? Ищи. Это места до боли знакомые. Вот, вот этот код. Ищи здесь, наверное, лампочку. Нам обратно идти. Сейчас ставим лампочку. Вон лестница, по-моему, вот. По лестнице. Точно вот сюда. Наверное, сюда. Ну, пойдем. А нет, не сюда. Не сюда? Нет, не сюда. А, мы, наверное, когда пришли, да, мы отсюда и спрыгивали как раз. Пошли искать лестницу нашу. Вот она, лестница. Значит, у нас две лампочки есть, мы сейчас увидим. Так, чувачок лежит. Скальпель зря лежит. Взяла. А что ты кнопочку нажала? Да нет, я хотела его обыскать. Ну, нельзя. Вернитесь, так, здесь вы вкрутите лампочки, чтобы осветить давай помещение. Давай вкрутим. Давай вкрути. Одна готова, вторая готова, все. А третья готова. Включить. Ну и что? 8. 4. Что там такое? Не знаю. Давай наш свет выключим. Как наш? Выключил. 0. Так надо зелененькие или какие? А, зелененькие, наверное, давай. Что там? 2. 3. Ой. 802, что ли? 802. Попробуем. Пойдем попробуем. Хрен его знает. Теперь по-моему. Включай. Вот. А. 802. 802. 802. Хрен его знает, правильно, неправильно. А, ну там может быть подсказки. Красный нельзя, желтый. Типа такого уже поближе, а зеленый все. Вперед. Ну давай, мисс Клюди, иди. 802. Хрен. Попробуй 302. Там тройка была, я помню, код красный. Или 302, 308, помню. Нет? Попробую 308. Нет, пойдем еще. Значит, зеленый не подходит. Давай попробуем другой цвет выбрать. Давай. Да, с годами они подсунули нам свинью. Фу, свинью. 802 так. Не подходит. Значит, 4. 4. Это его надо выключить, видишь, она сбивает свет. Угу. 4. 3. А может быть наоборот, все должны быть разные. 4, 3, 7. Может быть наоборот, все должны быть разные. Первая там как такая, потом такая, потом. Давай попробуем. 4, 3, 7, давай. Нам хотя бы дверь эту открыли сегодня. Как получится. 4, 3, 7. 4, 3, 7.
хренч. Чпеныч. Что ж там за кот такой? Фиолетовый, попробовали, блин, его пропади. Так, блин, лампочки-то уже есть. 4, 9. 9. Красная попробую. 5. 9, 5, 1. 9, 5, 1. Блин, какой же здесь код ты должен быть? Может, я говорю, у меня есть предположение, что все цвета должны быть. Только в какой последовательности непонятно. 9. Хрен лысый. Блин, что за хрен отнято? Поющие мужики в белых штанах. Нету здесь подсказки никакой? Не-а. Театр 6. Не, нету ничего. Что-нибудь типа цвет там, все дела. Блин, да, нет подсказки. Давай попробуем цвета. Попробуй первые. Что там у нас, какие цвета так, есть? Так, подожди, здесь записки никакой не было. Не-а. Патрон для дробовика. Вот это и есть записка. Тут что у нас? Не, мы здесь тогда все обыскали, наверное. Нашли эти лампочки долбанные, теперь не знаю, что тут делать с этим светом. Ну подожди-ка, что там? Попробуй красный сначала. Что будет на красном? Давай. Красный. Красный, что будет? Да. Нет. 9. Это же 9? Да. Потом другой цвет попробуем. 9, 0, дальше. Попробуйте желтый или фиолетовый. 2. Нет, фиолетовый надо. 7, 9. 907, хрен его знает. Почему в такой последовательности? Да фиг его, я думал светофор будет, желтого нету, да. Еще покрути. 8 какая еще есть. 8. 3. О, есть. Есть. 8-3-1. 8-3-1. Кобзец, видела, сразу музыка заиграла? Да, значит, да, да. 8-3-1, ну хорошо. Видишь, значит все разные цвета должны быть, или как? Разные же, блин? Да. Я думал, там будет светофор, понимаешь, а 8-3-1. 8-3. Все, отлично. Нам контрольную точку, пожалуйста, и до свидания. Войдите в морозильник, пойдем, поднимайте площадку, спасите Джеффа. Нет, здесь не то. Нам нужна контрольная точка, а Джефф подождет. Инвайт подождет. Вон там только туда. Кто-то чудовище дышит какое-нибудь. Сейчас сзади подойдет. Пойдем на сцену. Здесь, походу, был театр для психов. Да. Что там? Все, здесь мы остановимся. Да. Сейчас посмотрим. Да, вот здесь сейчас посмотрим. Привет. Джефф, опять ты есть? Джефф, наркоман. День за днем ты живешь один, ограждая себя от стресса действительности. Ты неоднократно пытался лишить себя жизни, потому что не можешь терпеть душевную боль в повседневной жизни. Ох, хорошая смерть. Но теперь тебе придется терпеть физическую боль. Игра простая. Гвозди. Детектив Тэп должен собрать все соответствующие символы, и ты окажешься на свободе. Если он соберет их неправильно, железный шип пронзит твое тело. Если он соберет их неправильно несколько раз, твои муки закончатся. Переместить выбор. Просто попробуй чуть-чуть и закончим, давай. А, это ни хрена себе, такую комбинацию надо собирать. Понятно. Гвоздики. Так а в чем смысл? Собрать комбинацию какую-то. Прощай. Ну, попробуй просто чпокни-ка. Прощайся, жизнь. А, понятно, одинаковые найти. Да? Да. Вот здесь пазлы была и вот здесь. А, вот здесь много их было. Что это с ним? Фотоаппарат где-то вот здесь был. Блин, а что-то другое. Прощайся жизнью.
Все одинаковые собрать надо? Кассета, и вот здесь, наверное, кассета. Таблеточка. Все, ладно. Ох. Понятно, будем гадать в следующий раз. Здесь мы и закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Серия действительно была интересная. Мне понравилась. Всем удачи, пока. Интересная. Пока.